Охотники хорошо знают, что самое простое – это подстрелить птицу на взлете, не дать ей набрать высоту. К середине февраля 1917 года Российская императорская армия готовилась к двум крупным стратегическим операциям. После медленного запрягания, как обычно бывает у русских, были преодолены кризисные ситуации первых лет войны, накоплено снаряжение и снаряды. Их было, кстати, столько, что расстрелять удалось только к 1950 году. Штаб Верховного Главнокомандующего запланировал наступление на Румынском фронте, где армия совместно с Черноморским флотом должна была захватить проливы, а на Кавказском фронте появилась возможность коротким рывком выйти к Персидскому заливу, что не очень радовало даже союзников в Лондоне и Париже. Россия, казалось, стоит накануне победы в долгой, тяжелой и кровопролитной мировой войне. Россия к началу 1917 года была страной непобежденной и сильной, как никогда, полагал имеющий немалый вес в истории 20 века нобелевский лауреат Уинстон Черчилль. Но внутренняя атмосфера в императорской России уже напоминала пир во время чумы. Либералы всех мастей говорили о свободе, и только единицы думали об ответственности. Большевистская фаланга настойчиво билась за поражение своего отечества. Если сравнить жесткий режим военного времени, установленный в Германии, Франции и Великобритании, где за малейшие антиправительственные высказывания трибуналы грозили смертной казнью, то в России правительство, армию и царя поносили открыто и нагло. Многочисленные партии и союзы стремились к пирогу власти. Раскачивала Россию Дума, ставя палки в колеса правительству и деля воображаемые министерские портфели. Государь Николай II, он же и верховный главнокомандующий армией и флотом, испытывал невероятное давление. На него выливались ушаты лжи, клеветы, грязных слухов. Накануне нового, 1917 года, Николай Александрович записал в дневнике: «Горячо помолились, чтобы Господь умилостивился над Россией». Во второй половине февраля наследник престола Алексей Николаевич и великая княжна Ольга Николаевна заболели корью. За ними заболели Татьяна, Мария и Анастасия. 22 февраля навещавший больных детей государь Николай Александрович уехал в ставку для руководства предстоящим 1 марта наступлением русской армии. 23 февраля в Петрограде начались хорошо организованные беспорядки. Запасные полки отказались идти на фронт. Город был наводнен дезертирами. На железнодорожных путях стояли эшелоны с зерном. Отпуск муки для производства хлеба не уменьшался, но его стало катастрофически не хватать. Или это были организованные перебои с продажей хлеба. Наускиваемые социалистами толпы громили полицейские участки, выпускали из тюрем уголовных преступников. От пьяного воздуха свободы закружилась голова у генералов, политиков и, конечно, интеллигенции. В период величайшей войны в истории России захотелось немедленных перемен, крутых реформ, перестройки. Через много-много лет делегат Государственной Думы и лидер фракции монархистов Василий Витальевич Шульгин вспоминал: «Мы стояли над бездной, но поняли это, когда она уже разверзлась пред нами. Да, все как было. Не мы, свидетели, сохранились, а люди, их нет. Остался я один».
2 марта. Шульгин и Гучков, приехавшие 2 марта добиваться отречения, еще не знали, что решающим днем для Николая II был предыдущий, 1 марта, день гибели деда, императора Александра II, освободителя. 1 марта утром царский поезд должен был прибыть в царское село, но в пути у станции Малая Вишера выяснилось, что дорога блокирована, а в Петербурге распоряжается самозванное временное правительство. Государь приказал направить поезд во Псков, в штаб Северного фронта. К вечеру поезд прибыл на псковский перрон. Государя встретил командующий Северным фронтом генерал Русский. Весь этот день генерал Русский вместе с генералом Алексеевым, начальником штаба Верховного, связывался с другими командующими фронтами и флотами и активно уговаривал их высказаться за отречение царя. Большинство высшего генералитета, несколько великих князей к моменту приезда Николая II в Псков уже изменили присяги и предали своего государя. Тем не менее, вечером 1 марта никакого отречения не предполагалось. Николай Александрович твердо парировал все аргументы генерала Русского. Утром 2 марта была пущена в ход ложь о том, что в царском селе арестована семья государя и что жизнь детей и жены находится под угрозой. Это почти убило государя. Государь вышел отсюда. Он был в серой черкеске. Мы поклонились. Он подошел к нам, подал руку и затем жестом пригласил нас сесть. Сам он занял место вот тут. Гучков против него вот там. Я рядом с Гучковым. А граф Фредерикс вот тут. Стал говорить Гучков. Он волновался. Он очень волновался. И не мудрено. Он говорил о том, что происходит в Петрограде. Он говорил о взбунтовавшихся полках. Он говорил о казаках, отказавшихся стрелять. Он говорил о манифестациях рабочих, о баррикадах на Невском. Наконец он говорил о правительстве, которого не было. Я прибавил. Петербург – это сумасшедший дом. Государь слушал нас, опершись головой о шелковую стену. На его лице можно было прочесть разве то, что эта длинная речь лишняя. Гучков перешел к тому, что при создавшихся обстоятельствах единственным выходом из положения может быть отречение от престола. Странное впечатление производят подлинные документы, которые мы сняли на выставке в Большом дворце Петергофа. Акт отречения с полинялой подписью «Николай». Такая же неубедительная страница «Отречение Михаила». На всем лежит поспешность. Вроде сегодня рано, завтра поздно. И вот эти жалкие клочки бумаги прервали развитие великой державы на самом взлете. Птицы не дали подняться в небо. Только запись в дневнике государя равна этому трагическому дню.
час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость, и обман. Государь под давлением хорошо срежиссированной провокации, рвущихся к власти политиков и откровенной измены высшего российского общества. Любил родину неизмеримо более других участников мартовской драмы. Он подал нам всем пример, нам, всем русским, как нужно забывать себя для России. И кто же последовал явленному государем примеру? Горек будет ответ на этот вопрос. Но нет вины Николая Александровича во всех последующих ужасах. Он переживал несчастья и беды России как истинный патриот своего Отечества. А уже на другой день после отречения 3 марта в Кронштадте был зверски убит командующий Балтийским флотом вице-адмирал Адриан Иванович Непенин, один из высших военных руководителей, изменивший присяги своему государю. Россия, как подбитая птица, стремительно летела в пропасть. Начинался век истребления русского народа и его духовных ценностей. Последний русский государь Николай II невероятными усилиями на целое десятилетие удержал Россию от этих кровавых ужасов. Но в марте 1917 года его сила иссякла.